Доброе утро, друзья! Меня зовут Дмитрий Кипень. И сегодня у нас на завтрак салат из свежего огурца и моркови. Казалось, что может быть проще, но есть небольшая хитрость в заправке. Для салата мы возьмем морковь, свежий огурец, орехи кишью, бальзамический уксус. Начинаем готовить. Для нашего салата мы возьмем свежий огурец, отрезаем хвостики и будем нарезать его соломкой. Вы можете использовать любые овощи, любые продукты, которые у вас есть в холодильнике. Здесь играет важную роль заправка. Заправка из орехов и бальзамического уксуса. Для салата будем натирать морковь на терке. Натирать рекомендуется движениями только вниз. Не надо давить, когда мы поднимаем продукт вверх. Тогда у нас получается хорошая, длинная, красивая соломка. Когда мы натираем движениями только вниз. Берем несколько веточек кинзы. Также используем зеленый лук. Рубим его вместе с кинзой. Сюда же добавляем орехи. Отправляем это все в чашу. Наливаем немного уксуса. Наливаем масло. Солим, сахарим, перчим нашу заправку и хорошенечко все перемешиваем. Выкладываем это все на тарелку. Овощи перемешали, выкладываем так красивенько горочкой и поливаем заправкой. Салат готовится просто и быстро, но я уверен, его оригинальный вкус порадует многих. Хорошего вам дня и приятного аппетита!